Так, ребята, я вас всех приветствую ко мне на моего канал Дальнобой ТВ, Детрак ТВ. Так, ребята, у нас сегодня 9 апреля 2024 году, и у нас сегодня, как обычно, небольшой обзор про автономное приватное тягач Scania. Scania Generation от автор Harsh Customs, либо Harsh Customs или Sarsh Customs, более вроде того. Да, правда, автору сложно назвать, когда-то он был приватно, кто-то его выложил в общем в доступе. Так, ладно, ребята, версия игры у нас 1.49.2.23S, Steam лицензия с дополнением DLC. Так, тут, как обычно, ничего делать не будем. Попадем покупка грузовик у дилера бренда модификация. Как мы видим, Scania Harsha. То есть, да, Harsha Customs High Groove. High Groove — это значит вот эта высокая спалька и небольшая боковая верхняя аэродинамическая спойлер. Так, категория у нас грузовик. Model Harsha Customs. Шасси 6х4. Тип кабина High Roof, расположение руль сильнее слева, мощность от двигателя 550, лошадиная сила 427 куб, кратчайший момент 3000, днем 950, 1300 объем. Тип коробка применения передачи Optirise, топливо бак 600 литр. Так, изменяем конфигурацию. Ребята, что могу сказать? Ребята, то, что я рекламирую, я сначала сам как бы потестирую, посмотрю, как бы потом я начинаю рекламировать. Я что имел в виду? Тягач класс, тягач супер. Вообще, да, ребята, для тех, кто фанат, для тех, кто любитель Scania, то понимает, речь идет о чем. Так, ладно, ребята, что ж, поехали посмотреть данный наш тягач, тех аппарат, на что он как бы способен. То есть я хотел отметить, что качество идет 4К, сделана ручной работа и сделана как 3D модела. Так, естественно, что тут у нас одна кабина, высокая спалька, небольшой боковая верхняя короткая аэродинамическая спойлер. Также тут идет два вертикальных выхлопной системы, тюнинговый вариант. Так, шасси, тут у нас шасси 6х4 с управлением осей, естественно. Так, движок у нас 550 427. Так, движок Optirise GRC 905 плюс реверс. Вот это есть реверс, видите, окрашенный реверс. Да, скин тут прям пушка, вот попробуйте со мной согласитесь. По поводу освещения полностью исправлено. Так, интерьер. Вот мне, не знаю кому как. Да, еще раз буду повторить, что для тех, кто фанат, для тех, кто любитель Scania. Вот. Ну, что могу сказать? Тягач класс, тягач супер сам по себе, как бы. Так, краска тут у нас предоставлена от автора Harsha Customs. Всего лишь одна вариант. Это Customs, значит, проверено, то есть таможено, то есть Harsha — это Harsha, а Customs — это таможено. То есть так, тюнинг можно разобраться, что к чему, поехали посмотреть, что к чему, Так, у нас тут одна окрасочная боковая зеркало с дополнительное освещение реверс. Вот знаете, вот мне что понравилось, видите, уже как оригинальный вариант. Жаль, конечно, его начали сливать, конечно, вот, ни в коем случае нельзя сливать чужой труд. Я, если не забуду, а то бывает, что обещаю, то забываю выполнять. Если я найду официальный сайт, я ссылка про официальный сайт оставлю под видео в описании. Также я ссылка оставлю, где его можно официально его опубликовали. Также ссылка про него я оставлю под видео в описании. Так, что ж, поехали тюнинг. То есть, смотрите, ребята, тут у нас есть предоставлено от Harsha Customs, предоставлено два варианта шасси. То есть, смотрите, есть побольше, есть поменьше.
То есть и давайте оставляем побольше. Так, тут у нас понятно. Окраска и серая. То есть окраска. Также все своя. Все своя. И тут тоже сам такая же история. Побольше и меньше. Давайте побольше. Также. Своя, естественно. Своя. Все больше. Тут особо ничего. Никакие. То есть я хотел отметить, что тюнинг уже полностью оптимизировано, полностью добавлено. Тут больше ничего не надо делать. Просто сел и поехал, как бы. Так, ладно. Интерьер. Интерьер у нас всего лишь один вариант. Ну, тут можно разобраться, что к чему. Поехали. Естественно, предоставлено для от автора Харша Customs для более такой, ну, чтобы водитель дальнобойщика скучно не было, чтобы мог хранить свои вещи, там, посуда, там, еда, как бы, одежда и остальное другое. Также тут у нас дополнительный ящик вверху. Тут можно всякие различные игрушки можно повесить. Как бы, да, естественно, что тут дефолт. У меня, естественно, что Cecil Megapack не установлено. Если у кого есть Cecil Megapack, попробуйте. Добавьте Cecil Megapack. Да, по порядку установка мод, Cecil Megapack должен быть стать снизу тягача. Вот. Да, тут официально добавлено фиолетовые цветы. Фиолетовый или синий цвет. Так, тут у нас несколько вариантов. Давайте стартовый вариант. Ну, тут что могу. Там, пускай будет вымпел от компании Renault, Volvo, Scania и также Iveco. Также тут всякие различные небольшой вымпела. Все. Также тут либо мобильный, либо GPS, ну, портативный, там томовский, либо мобильный. Пускай будет мобильный. Так, баранка. Баранка, естественно, что вот мне что понравилось. Баранка вообще круто сделана. Одна вариант дает возможность то есть прикрепить этот самый, как его, держалка, то есть либо оставить, либо убрать. Это ваше желание, ваше усмотрение. Так, возле мобилка можно либо также мобилка, кусок бутерброд, портативный компас, футляр, шапка, дефолтная стоковая кружка от SE Software и очки. Пускай будет очки. Так, также тут у нас, тут можно, ну, можно тут ноутбук, либо планшет, либо сумка для того, чтобы возить с собой, взять различные вещи. Для тех, кто она сумочка. Книга от всяких различных тягача, аптечка от Eurotrack Simulator, бумажное полотенце, карта, игровой каталог, журнал, диск от Eurotrack Simulator и информационная доставка. Пускай будет сумка. Также тут, также либо холодильник для того, чтобы не испортить продукты, сумка для тех, кто она сумочка. А, вот видите, вот это и есть глюк, видите? Вроде бы. А, видите, вот за это, ребята, вот видите, вот за это начали отомстить автора. Видите, ребята, как все это дело у вас. Видите, огнетушитель там. Ну, не суть, как бы, нормально, как бы. Так, ну, пускай будет холодильник, как бы. Все, больше тут ничего сверхъестественного. Тут больше никого не посадишь, никого не повесишь. Ну, так себе. Да, это, естественно, что для тех, кто фанат Scania, для тех, кто любит Scania, то понимаете, речь идет о чем. Да, естественно, что если так взять, этот Scania у нас шведская автономная тягач. Что ж, а, видите, я передние колеса шина. Я есть поменьше, есть побольше. Давайте побольше. Своя. Ну, естественно, своя. Все. Больше ничего сверхъестественного. Принять. Естественно, купить. Есть местечек, куда его отправить. Сейчас, быстренько.
залетим, как бы. Да, я сам как бы фанат, любитель шведской автономной тягач, там Volvo, Scania. Что ж, ребята, добро пожаловать от автора Harsha Customs Scania Generation, там R580, там и вроде того. Так, давайте сейчас быстренько время переносим. 9, пускай будет 9, как бы. Все как бы. Так, ладно, что ж, поехали посмотреть данный аппарат, на что он у нас способен. Так, включим датчик. Так, смотрим. Пневмо есть? Обычно есть. Так, приблизим. GPS-навигатор, мобильный GPS-навигатор работает. Так. Бортовой компьютер работает, как видите, как мы видим, все это дело у нас работает. То есть, естественно, вот это у нас не работает, не рабочее. То есть, мультимедиа устройство у нас не рабочее от компании Alpina. То есть, так, ретардер, посмотрим. Ретардер у нас, смотрим, глянем. Ретардер, также, все это дело у нас работает. Так, это еще не все. Также коробка, все работает, видите, да, все как располагается. Так, отпускание окна есть, анимация, смотрим, глянем, анимация есть, работает. Также с напарницей, ну, с правой стороны также все это дело у нас работает. Изнаружи смотрим, также работает, да, правда, водитель не прописан, но. Так, что еще у нас там? Теперь давайте. Так, датчик дожди, смотрим. Так, расположение, наверняка все знаете, из 1.45 добавлено датчик дожди. Вот это и есть датчик дожди. Так, расположение. Два положения. Третье положение. Это уже датчик дожди. Так, есть у нас там G7 VHR. Так, смотрим. Дождь. Дождь пошло. Смотрим. Стеклоочиститель начал срабатывать. Смотрим. Как видите, как мы видим. Мажет отлично. За собой капли дождь не оставляет. За собой капли дождь убирает. Мажет отлично. Нет никаких капли дождя. Все нормальным духом работает. Приблизим, смотрим. Да, мажет отлично. Видите, мажет отлично. Да, смотрим. Изнаружи, правда, изнаружи не пропи. А, видите, ребята, вот за это, вот поэтому, видите, ребята, обратите внимательно внимание, вот это есть косяк. Видите, вот поэтому, мне кажется, что вот за это, поэтому автору начали отомстить, видите, за некачественную мотку. То есть, видите, ну ладно, не суть, ничего страшного, думаю, как бы это ничего сверхъестественного. Так, ладно, все это дело мы вырубим. Теперь сразу одновременно полуночь. Так, все отлично. Также все это дело мы исключаем. Так, смотрим. Так, как видите, как мы видим, все это дело у нас начало срабатывать. Так, теперь по поводу освещения. Пускай будет до самой выше крыши, как говорится. И смотрите, тут какая история. Видите, все анимировано, то есть все прописано. Все нормальным духом у нас начинается срабатывать. Так, ладно. Так, о, глянка-то, ребята. Фиолетовый цвет кабин, под цвет, видите, да, естественно, то есть она с каким образом будет выполнять. Так, это у нас сетевая, видите, отключается. Габарит ближе дальний, габарит ближе дальний, габарит ближе дальний, право лево, аварийка, все нормальным духом у нас работает. Теперь давай-ка это из кабины смотрим. Имеется звуковой щелчков. Право, лево,
Так, смотрим. Так, блокировка дифференциала у нас на бортовой компьютер. Все это дело у вас у нас прописано. Также анимационное действие прописано. Так, что еще у нас? Стояночно, смотрим. Стояночно. Стояночно, все это дело у нас работает. Так, что еще у нас там? Лево, право, лево. Так, отпускание осей, смотрим. Так, отпускание осей, смотрим. Как видите, как мы видим? Видите, возле ручка середина. Видите, да? Анимационно есть. Есть, ребята, работает. Видите? Видите, да, она плавно, плавно, не сразу начинает выполнять, конечно, плавно начинает выполнять. И снаружи смотрим еще раз. Все это дело у нас работает. Так, реверс, также есть реверс, видите, да? Реверс, все это дело у нас работает. Так, ладно. Давайте сейчас, как его там? Так. 9. Все это. А, давайте дождь за тоже исключим. Дождь. Что ж, ребята, остается запускать двигатель. Да, правда, ребята, звук своя. Вот, попробуйте со мной согласитесь. Звук своя. Поехали посмотреть. Да, правда, звук своя. Да, ребята, звук своя. Отпускаем. Все, оба сторона. Отпускание окна работает. Так, смотрим еще раз. Реверс. Все есть. Так, управление. Управление. Управление шасси. Где у нас? Так, смотрим. Есть. Все работает. Как видите, как мы видим. Все работает. Видите, да, ребята? Как говорится, до самых выше крыши. Еще раз. Видите, да? Все работает, ребята. Так, если так сделать, сбросимся. Видите, да? Все это дело у нас работает. Еще раз. Так, теперь осталось проверить, посмотреть продвинутый цепко-симулятор. Смотрим. Да, у меня дефолтный Шварцмюллер. Так, смотрим. Естественно, функция кабелей имеется. Отцепляем. Дадим назад. Да, звук своя, правда. Дадим назад. Реверс есть. Реверс все работает. Не, нормально, ребята. Насчет по поводу тормоза тоже неплохо выполняет. Дадим назад. Все. Отличным духом у нас работает. Так, немного прокатимся. Прокатимся немного. Не, ребята, пишите в комменты, что вы будете думать о такой приватной автономной тягач Scania Generation 500, R580. Так, я еще тут, видите, ребята, одну вещь я забыл. Так, по поводу управления кабина, все,
управление кабина и управление сиденья, как бы, видите, да? И баранка, о, гляньте-то, а? Вы гляньте, как баранка выполняет все как оригинальным вариантом, видите? Так, сбросимся. Что ж, ребята, вроде бы все, наверное. Мне пора с вами попрощаться. Надеюсь, обзор кому-то было полезно, обзор кому-то помогло. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментах, что вы будете думать о такой приватной автономной тягаче от автора Harsha Customs. Это значит, это переводится, что Harsha граница, то есть, вот. Как бы, как, ну, вроде бы так она переводится. Что ж, ребята, берегите себя, берегите свои близкого. Всем пока-пока. До следующего выпуска стрима. Всем пока-пока. Для тех, кто обзор понравился, не забудьте подписаться на моего канала. Дальнобой ТВ, Дитрак ТВ.